Приветствую вас, и не отрицаем того факта и тех рекомендаций, которые давал вам эксперт на момент записи этого ответа. Только один мой коллега вам написал свой комментарий. А мне бы хотелось добавить немножечко от себя некоторые вещи. Ну, во-первых, вы пишете: помогите разобраться в себе. Вы перечисляете следствие ваших изменений в психике. То есть то, что вы стали агрессивны, то, что вы распускаете руки, то, что вы используете ненормативную лексику в адрес своего супруга. Все это, по сути, следствие. И можно лишь только гадать, из-за чего и в результате чего стали возможны такие последствия. Стало возможно, в результате чего стало возможно такое вот поведение с вашей стороны. Необходимо анализировать то, что с вами случилось. Необходимо анализировать то, почему вы стали так себя вести. Необходимо выяснить причины, которые спровоцировали вас на поведение данного типа. И пока это не будет сделано, я думаю, помочь вам разобраться в себе возможности нет. Почему? Ситуация заключается в том, что мы не знаем ни ваших отношений с мужем. Мы не знаем ни того, как вы относитесь к своему ребенку, например. Мы не знаем о вас практически ничего. И не зная о вас ничего, мы, к сожалению, и не можем вам помочь. Потому что помочь можно только в том случае, если мы будем знать, с чем имеем дело. Если мы будем проводить анализ, если у нас будет материал для анализа, если у нас будет ваша история. А пока вы даете просто даже не историю, а просто набор следствий. Набор последствий, точнее. Того, что с вами происходит. И это не есть хорошо. Это не есть то, что нужно для помощи вам. К сожалению. Давайте попробуем сформулировать вопросы, ответы на которые помогут выявить, скажем так, более четкое направление к тому, что вам нужно делать. Первый вопрос, который я вам задам. Вы живете с мужем 1,5 года. Когда у вас начались проблемы? С какого момента они у вас начались? То есть, с какого момента вы стали агрессивны? Далее. Были ли у вас проблемы с вашим мужем? Если были, то как вы их разрешали? Условно говоря, с помощью чего вы их разрешали? И как так получилось, что у вас появился ребенок? То есть, чтобы было немножечко понятнее.
чтобы было немножечко понятнее, я скажу так. Являлся ребенок для вас средством за границами семьи? Вкладывали ли вы в ребенка что-то, помимо простого желания стать матерью? Вкладывали ли вы в ребенка что-то от себя? Далее, следующий вопрос. Как много времени вы посвящаете самой себе? Как много времени вы уделяете себе? Есть ли у вас время для расслабления? Время для того, чтобы заняться собой? Есть ли у вас время для того, чтобы релаксировать? Есть ли у вас возможность принадлежать самой себе? Помогает ли ваш мужчина вам с ребенком по хозяйству и так далее? Присутствует ли у вас взаимопонимание друг с другом сейчас, на данный момент? Это очень важный вопрос. Видите ли, агрессия, нормативная лексика, это, скорее всего, следствие неразрешенных конфликтов внутри вас. Конфликт есть, напряжение от него тоже имеется, а вот возможности разрешить его, возможности снять напряжение у вас нет. И нужно понять в первую очередь, что мешает вам это сделать. Какие блоки стоят на пути. То есть для начала не нужно искать проблему как таковую. Для начала вам необходимо постараться понять для себя, что мешает разрешить конфликт так, чтобы он вас больше не напрягал. Именно что стоит на пути, какие блоки, какова природа мешающих вам факторов. И вот если это будет выяснено, то уже тогда можно будет говорить о том, что и как можно вам порекомендовать, чтобы вы решили свою проблему. Если, как говорит эксперт, у вас проблема физиологическая, то есть все было хорошо, никаких проблем не было, с мужем все было здорово, ребенка вы хотели, ребенок родился, вы были рады, а потом внезапно, вдруг, ни с того ни с сего, у вас появилась агрессия, то это к врачу. Безусловно, к врачу. Ну, а если были какие-то проблемы, то это уже больше к психологу, конечно же. И еще многое зависит от характера самих обстоятельств и от характера вашей реакции. Также очень интересно было бы узнать для лучшего понимания вашей ситуации, только ли на мужа у вас негативная реакция идет. Как насчет других людей, как насчет других родных, как насчет друзей и так далее. Очень важно, как вы соотносите своего супруга, то есть вроде как самого близкого человека для вас, и других людей. И если вы, соответственно, относитесь ко всем так, здесь можно говорить о наличии у вас широкомасштабных психических конфликтов, психологических конфликтов. Если только к мужу, то, скорее всего, проблема в отношениях именно с мужем. И тогда
нужно разбираться именно в этом, в отношениях с вашим мужем. То есть, как видите, масса вопросов, как видите, масса уточнений, как видите, со всем этим нужно разбираться, чтобы получить реальную картину событий, которые с вами происходят, и чтобы можно было бы вам помочь. Боюсь, в другом случае, при других обстоятельствах и по-другому вам помочь, по крайней мере, психологически не получится. Ну, решать уже вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.